давай ставить паузу в следующем видео, покажем еще кое-что. А сейчас попробуем. Так, смотрите, если еще сложный случай, ну не получилось у вас не так потянуть, не вот так вот человека, да, прокрутить, или там очень сильно зажато что-то, вот, например, не вверху уже, когда мы вот так не продавили, да, а чуть пониже, да, вот здесь вот. Вы это видите, нащупали пальцами, да? Как можно сюда воздействовать? Опять же, берем руки вот так вот. Именно тут надо сидеть достаточно высоко. Но на низком стуле не получится. Стоя тоже не получится. Это надо вот примерно вот такая высота, чтобы была от вас человек, да? Ставим колено под эту область. Ни в коем случае не на позвоночник, да? И лежим на голову. Подготовили колено. Прошлись вот сюда. Поставили. Оп. Видите? Оп. У нас по обе стороны. Оп. Оп. Ставили. Если. Держи, держи руки. Если не хватает колена, или там, не знаю, высоко нога не поднимается, да, может попроще, может головой упереться. Так, сбоку от осистых отростков, не на них. Голова, она не очень круглая, как многие думают, да, на ней есть такие шишечки. В принципе, вот можно нащупать, вот, получать, да? Не больно, не страшно было? Да, вот это сюда, тип, как раз. Вот, и, видите, я прошел тут две-три зоны, да? Вверх, три, вверх. Вот то же самое, ротация реберно-позвоночного сочленения, все вот таким способом управляется. Так, ну что, попробуем, нажмем пока паузу. Все, на этом закончим.